Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в игру Blade & Soul. Вот мы и дошли с вами до выбора гильдий мастеров. Здесь они разделены на две группы, в каждой по 7. Одни это собиратели, 7 классов, и 7 классов ремесленников. Вот. У каждой этой гильдии есть квесты, по которым желательно сразу пойти, получить опыт, всякие плюшки, ну а потом уже выбрать для себя нужные Вот, сейчас мы этим и займемся. Выходить из этих гильдий мастеров можно сколько угодно. Единственный минус – теряется весь прогресс прокачки. Так что думайте, подбирайте. Ну, как я уже понял, примерно до 45 уровня здесь особо не нужно ничего. Ну, вроде бы как гончарная и древесина. Сбор древесины — это самые такие на начальных стадиях. Ну, а сами вы можете выбрать, какие вам душе угодно. Ну, а после 45 уровня там уже сами поймете, что вам больше по душе. Так что приятного вам просмотра. И...
Договор разорван. Уровень доверия обнулен. Договор разорван. Уровень доверия обнулен. Договор разорван. Уровень доверия обнулен.
Если на тарелке вкусное мясо, то не грех и выпить.
Договор разорван. Уровень доверия обнулен. Да, вот такое возможно в костях неизвестного существа найти курятину. Договор разорван. Уровень доверия обнулен. Договор разорван. Уровень доверия обнулен. Thank you.
Договор разорван. Уровень доверия обнулен. Ну и вот так вот. Мы закончили все 7 начальных заданий. Получили по 1000 опыта. В итоге 7000. Неплохое такое поднятие для уровня. Значит, собирается только задание у собирателей берутся. А у простых, у тех, кто изготавливает, у крафтеров, так скажем, назовем их. Вот. Задания нет, просто заход в гильдию. Вот. Так что вот как-то вот так вот, ребята. Вот. Ну а дальше уже сами думайте, что вы хотите качать. Это уже как вам в душе. Что ближе. Может быть, вы заядлый кузнец. А может быть, алхимик. Кто-то может быть по натуре ведьмочкой и будет варить зелье. Так что удачного вам выбора. Ну, а мы продолжаем играть. Приятного вам просмотра. Thank you.
Новый предмет для задания. Thank you.
Вот такое вот немножечко познавательное видео сегодня было. Без особого экшена. Побегали, попрыгали, подзарабатывали опыт. Узнали про гильдии всякие, крафтеров и собирателей. Вот. На сегодня, думаю, это все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.